На заседании комиссии провели статистику. В прошлом году с участием детей произошло 20 аварий, в этом 11. Каждое ДТП с ребенком – это большая трагедия. Чтобы их не случалось, сотрудники ГИБДД с 15 августа по 18 сентября проводят в области акцию «Внимание, дети». Перед новым учебным годом госавтоинспекторы выступили с предложением. Привлекать помимо сотрудников ГАИ, еще привлекать и родителей. Как можно сказать, родительский комитет при движении детей в школу, ну и, соответственно, и обратной школы. Ребятам раздают брелоки, браслеты, наклейки, мешки для сменной обуви со светоотражающими элементами. Еще одна акция, направленная на снижение детского транспортного травматизма, «Засветись». В течение года она пройдет во всех школах района. За каждую школу в Одинцовском районе закреплен инспектор ДПС. Вот. На регулярной основе проводятся беседы с учениками, проводятся беседы с родителями. Вот. В прошлом году были проведены родительские собрания, на которые также были приглашены сотрудники ГИБДД. Вот. На этих родительских собраниях наглядно были продемонстрированы светоотражающие элементы. Особое внимание уделят детям, обучающимся во вторую смену. Возить на занятия наших школьников, а их более 1500 человек, с 1 сентября будут 29 автобусов. В соответствии с нормами СанПин организовано транспортное обслуживание до школы и обратно в сельской местности, где пешеходная доступность во второй и третьей климатических зонах для обучающихся начального общего образования составляет более 2 километров. Для обучающихся основного, общего и среднего общее образование более 4 километров. Все автобусы по назначению конструкции соответствуют техническим требованиям к перевозкам, оснащены тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Каждый автобус будет сопровождать сотрудник школы. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».